Заменить все старые лифты планируют в Шымкенте. Речь идет о подъемниках, у которых уже истек срок эксплуатации. Но, несмотря на очевидные риски, многие жители продолжают пользоваться ими. В качестве решения предложена государственная программа модернизации. Лифты заменят за счет местного бюджета, но жильцам придется компенсировать расходы в рассрочку. Однако расставаться со старыми подъемниками готовы не все. Моя коллега Катерина Попкова продолжит. В Шымкенте насчитали 36 лифтов, срок эксплуатации которых давно истек, но их по-прежнему используют жители. Ретроподъемники периодически останавливаются между этажами, резко трогаются с места или вовсе перестают работать. В девятиэтажке на улице Айбергенова лифт эксплуатируется уже 33 года. По словам местного жителя Эрика Искакова, поломки здесь происходят с пугающей регулярностью. Жильцы неоднократно оставались запертыми в тесной кабинке. Приходилось подходить к лифту, к дверям и успокаивать человека, передавать ему там воду или что-то там, ну чтобы, в общем, успокаивать, потому что паника. И мы потом уже даже после того, чтобы просто всех предупреждали, если что, вдруг застрянете, пожалуйста, не паникуйте. Не что, все, мы вам поможем и вас освободят. Поломки и нехватка запчастей привели к тому, что обслуживать устаревшее оборудование никто не берется. Жильцы решили участвовать в государственной программе модернизации. Из бюджета выделяют средства на замену лифтов, но жильцы обязаны вернуть их в рассрочку. Однако финансовая сторона вызывает опасения у многих. Средняя стоимость нового лифта – 15 миллионов тенге. Расходы делят между жильцами, если 70% из них согласны. Другого варианта решить проблему нет, уточнил начальник отдела жилищной инспекции Абдымамун Серимбетов. Лифт – это, согласно закону о жилищных отношениях, это является совместной общей собственностью, это жители. То есть жители сами должны следить, сами должны ухаживать. Специалистов сейчас настораживает и другая тенденция. По словам начальника отдела модернизации Гани Жакыбекова, жалобы на лифты поступают не только от жильцов старых домов. Вроде новые дома, но заявку дают, что лифт поменять. А так служба эксплуатации лифт. 25 лет. Срок службы не подошли они. Все равно они хотят менять. В Шымкенте процесс замены лифтов, отслуживших срок эксплуатации, начался. Жители 16 многоэтажек дали согласие. Еще 8 пока обсуждают, готовы ли они принять участие. Катерина Попкова, Самат Нагашбекова, Нурмахан Бекмуратов, Шымкент, 24 КЗ.